очень полезная функция есть в меню обычной звонилки. То есть, если нажать меню, здесь будет запись вызовов. У меня она включена, то есть у меня пишутся все абсолютно вызова, которые ко мне поступают. А для чего это полезно? Это полезно, ну, в принципе, если вы едете в метро, вам там плохо слышно, любой вызов у вас будет записан. Вот. А теперь самое интересное. Это все синхронизируется в облаке в MIUI, то есть там сохраняются ваши вызова, но если вам нужно локально, а не у вас там недавно был звонок, вам нужно случайно перебросить, или случайно кому-то отправить данную запись для подтверждения вашего разговора, например, вам достаточно зайти в обычный манагер, здесь выбрать папку и зайти в папку MIUI. В MIUI. Далее в этой папке Sound Records. Вот здесь вот у вас ваши все звонки абсолютно, которые к вам поступали, либо кому-то вы звонили. То есть это те звонки, которые совершаются именно непосредственно аппаратом. Это не WhatsApp разговор записанный, потому что он записывает только те звонки, которые приходят на ваш номер. Вот, если у вас включена эта функция. Кому было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. Будет еще много интересных видео по Xiaomi аппаратику. Пока!